Послание к филиппийцам, 4 глава. Если вы присоединяетесь к нам в своих домах, это прямой сигнал, прямое включение из Церкви Христианской Веры. Здесь, в городе Сакраменто, на телеканале «Импакт», мы по воскресеньям с нашего воскресного служения в 11:45 мы начинаем наше служение по тихоокеанскому времени. В 3:30 начинается прямой эфир. 12:30, прошу прощения, начинается прямой эфир. Я опережаю себя. 3:30 – это восточное время. Рады возможности, предоставленной возможности быть вместе с вами. Хотел бы также оговориться в том, что наш прямой эфир повторяется по вторникам. Если вы не можете быть частью нашей аудитории по воскресеньям, в силу самых разных причин, повторяется прямой эфир по вторникам в 6 часов по тихоокеанскому, в 9 по восточному времени. Я также хотел оговориться в том, что только полчаса мы вещаемся в прямом эфире на телеканале «Импакт». И в подавляющем большинстве случаев проповедь больше, чем 30 минут, иногда больше 40 минут, иногда около 45 минут. Поэтому вы всегда можете смотреть нас на нашем YouTube channel, особенно со следующих выходных. Вы можете ввести Christian Faith Now, Christian Faith Now, и в 12:30 по тихоокеанскому времени в прямом эфире из нашего русскоязычного служения. И можете подписаться на канал, и вы будете получать сообщения о том, когда мы выходим в эфир, и после эфира в свободное время посмотреть или быть частью нашего воскресного собрания. Смотри-ка, давайте громкими аплодисментами пригласим нашу аудиторию еще раз. Послание к филиппийцам, 4 глава, и мы продолжаем наш разговор на тему «Умею жить, приобретая жизненно важные навыки для того, чтобы быть победоносным в каждой области». Послание к Ефесянам, послание к филиппийцам – это наш базовый текст. И мы прочитаем еще раз несколько стихов, начиная с 10-го. Филиппийцам 4:10. Если вы здесь, закричите громко «Аллилуйя». 10 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился. Если вы можете, если хотите, я поощряю вас выделить это выражение в 11 стихе. Я научился. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился, Павел говорит, быть довольным тем, что у меня есть, умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке. И он заканчивает эту мысль очень возвышенными словами, стихом, который многие из нас цитируют наизусть: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Но мы в основании своих рассуждений взяли это выражение из 12 стиха. «Умею жить». Скажи громко «умею жить». Умею. Скажи громче «умею жить». Умею. Жизнь действительно искусство. И этим искусством, этому искусству мы обязаны, негромко сказано, научиться. Я сегодня оттолкнусь от такой мысли, достаточно, может быть, контроверсионной для некоторых, но я не странник для контроверсии, поэтому мне терять нечего. Бог дает жизнь. Мы сейчас прочитаем стих, который подтверждает это, их намного больше. Но за качество жизни отвечаем мы. Я повторю это еще раз. Бог дает жизнь, но Бог не отвечает за ее качество. Он поставил нас в ответе за качество нашей жизни. Мы в нашем доме очень редко покупаем хлеб. Почему? Потому что Наташа печет сама. В подавляющем большинстве случаев получается превосходный. Но если хлеб не получился, а такое тоже было,
в ее практике. Будет очень глупо, будет очень неразумно обвинять фермера, который растит пшеницу где-то в штате Айова или в Канаде, что хлеб не получился. Иногда именно так мы выглядим, когда обвиняем Бога в своих каких-то пробелах. Именно другой раз так мы и выглядим, когда обвиняем Бога в том, что качество нашей жизни не соответствует стандартам, которые прописаны на страницах Священного Писания. Послушайте, что говорит Иов. Я цитирую из 33 главы, 4 стих. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Это дублирует мысль, которая была озвучена раньше, или я дублировал мысль, которая прописана исконно, что Бог – автор жизни. Он дает жизнь. Он в равной мере посылает все необходимые ингредиенты для того, чтобы мы с вами жили качественную жизнь. Что мы будем делать с посылаемыми Богом ингредиентами, зависит не от Бога, зависит от нас. И если наш хлеб не получился, пожалуйста, не вините фермера. Может быть, температура не та, может быть, пропорция не та, может быть, настроение вообще не то. Не вините фермера. Богу, автору жизни, мы отдаем славу и честь, и хвалу, и благодарность за то, что жизнь Он дунул в нас. И послал, повторяюсь, далеко не первый раз, все необходимые ингредиенты, чтобы наша жизнь была качественной. Ведь же Он сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь». Да? «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и чтобы вы имели жизнь с избытком». Поэтому сегодня моя задача представить вам Бога и представить вас Богу, который дал жизнь, и послал все необходимые ингредиенты для того, чтобы эта жизнь была качественной. Вот что из составляющими мы будем делать, зависит от кого? Зависит от нас. Вы здесь или нет? Yes. Если я помогаю кому-то, закричи громко «Аллилуйя». Аллилуйя. Так вот, мы с вами также на предыдущих собраниях договорились, что первая книга «Паралипоменон» – это инструкция. Это инструкция, что делать с ингредиентами. Хочу опередить себя. Я уже говорил об этом. Первая книга «Паралипоменон» – это не телефонный справочник без номера телефонов. Это не просто сборник имен человеческих, когда-то живших, в какое-то время отображающих собой какую-то эпоху. Это жизни, это судьбы, которые нам, христианам, в 21 веке предлагают уроки. Что нам делать с теми ингредиентами, которые Бог посылает, чтобы наша жизнь с вами была какой качественной? Первый герой, которого мы нашли в первой книге «Паралипоменон», это был человек по имени Иовис. Помните, да, я не собираюсь сейчас возвращаться к прошлым вещам, которые были озвучены на предыдущих собраниях. Но в 4 главе мы встречаемся с этим человеком, с человеком по имени Иовис, о котором написано следующее. Он воззвал к Богу. Его мама родила его с болезнью, Библия говорит, в 9 стихе 4 главы. И поэтому и назвала его Иовис. Его имя свидетельствовало всем, с кем бы он ни знакомился, что я уже причинил кому-то боль, я уже кому-то сделал неудобно. Поэтому на каком-то этапе своей жизни Иовис воззвал к Богу, и его молитва была следующей: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением! О, если бы ты распространил мои пределы! О, если бы твоя рука...» Он не говорил «о, если бы», а то его молитва сильно напоминает пятидесятническую. Он один раз сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением! Если бы ты распространил пределы мои! Если бы твоя рука была надо мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». Русская Библия. В английской Библии мы читали: «Чтобы я не причинял боли».
Это был отчаянный крик Господу. Освободи меня от боли, потому что только человек, свободный от боли, перестает причинять боль. И это был наш первый ингредиент. Как жить качественную жизнь? Попросить у Бога освободить нас от боли. И когда мы свободны от боли, мы перестаем причинять боль другим. Я помогаю кому-то или нет? И Библия говорит, что Господь дал Иовису все, о чем он просил. Он благословил его его благословением. Он распространил его пределы. Его рука, рука Божья была над Иовисом, сохраняя Иовиса от зла, и он перестал причинять боль. Но Иовис, мы нигде не читаем, чтобы Иовис поменял свое имя. Потому что его имя стало его свидетельством. Если Бог мог исцелить меня, Бог может исцелить любого человека. И сегодня для нас, христиан, в 21 столетии, это потрясающий урок. Поэтому, если ты спрашиваешь, пастор, а что мне делать с ингредиентами? Попроси у Бога, чтобы его кровь коснулась глубоко, глубоко внутри тебя и исцелила от всякой боли, чтобы от сегодняшнего дня и впредь ни ты, ни я, никто из нас никому и никогда не причиняли абсолютно никакой боли. Вы здесь или нет? Сделаем шаг дальше. Сделаем шаг дальше. Та же первая книга Паралипоменон. Еще одно имя. Еще один человек. Еще один урок. Готовы? Я обещал вам, что вы полюбите первую Паралипоменон. И у вас родится страсть перечитывать эту книгу, всматриваться в эти имена, чтобы получать для себя необходимые уроки. Первая Паралипоменон, глава 8. Первая Паралипоменон, 8 глава. И мы читаем с вами 32 стих. 1-32 стих. Миклов родил Шемея. Кто такой Миклов, понятия не имею. И, кстати, советую сына своего ни в коем случае таким именем не называть. Миклов родил Шемея. И они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Золотые, золотые слова, золотой стих. Перевернул весь мой мир. Миклофа не знаю, но хочу равняться на него. С Шемеем не знаком, но влюбился в него. Еще раз. Миклов родил Шемея. И они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Два слова из этого стиха бросаются в глаза. Подле. Они жили подле. Не подло. До этого еще доберемся. Они жили подле. И они жили вместе. Мы никогда не научимся жить вместе, если не научились жить подле. Но до этого мы тоже доберемся. Поэтому скажи громко «подле». Скажи так, чтобы сосед тебя услышал «подле». Скажи «вместе». Так вот этот Миклов, если я правильно произношу его имя, и вот этот Шемей, которого Миклов родил, они открыли для себя искусство жить подле. В английском переводе используется слово alongside. Они жили рядом. Они жили возле. Есть выражение в английском языке, я большую часть проповеди сегодня на первом собрании говорил об этом. Есть выражение в английском языке, я даже затрудняюсь, как перевести его на русский. Может быть, вы мне поможете. Мы говорим по-английски «He is getting along with other people very well». Он хорошо ладит с другими людьми.
Ему получается. И вот в этом выражении «he is getting along» перед нами открывается мир человека. Он не сварливый. Он не настырный. Он никогда не стоит на своем. Он никогда, или лучше так сказать, он никогда не доказывает свою правоту. Он знает, когда остановиться. Он знает, когда не надо что-то говорить. He is getting along. Вы со мной или нет? Так вот этот Миклов, я предупреждал, чтобы вы своего сына не называли этим именем, они в первую очередь научились жить подле братьев. Это действительно целое искусство. Потому что по самым странным причинам, для меня непонятным, и это один из вопросов, который я спрошу в вечности. Вот почему братьям сложно? Вы никогда не замечали? Вот братьям жить рядом, и это целая школа, научиться жить подле. И сегодня мы это искусство, мы эти навыки постараемся с вами приобрести. Вы не против? Давайте согласимся, господа, что есть люди, которые всегда хотят, чтобы их слово было последним. Не поднимайте руку, пожалуйста. Есть люди, которые всегда говорят свысока. Вот когда они говорят, ты чувствуешь себя в их присутствии таким маленьким. Просто козявка какая-то. Вот у них есть помазание говорить так, что ты ничтожество. Есть люди, которые всегда знают все. Такая ходящая Википедия. Какой бы области ты ни коснулся, про стройку они знают, про рынок они знают, продажа домов они знают, стаки они знают, политика, они знают все. Вы не встречались никогда с такими? Храни вас Бог. Идем дальше. Итак, есть люди, которые всегда хотят, чтобы их слово было последним. Есть люди, которые всегда говорят свысока. Есть люди, которые в разговоре всегда укажут на ошибки других. Всегда. Вот у них есть помазание на это. Но они никогда не видят своих. И мы с вами призваны, чтобы каким-то образом... Кстати, простите меня, я не о мире говорю. Я о царстве, я о церкви, я об искупленных, я об омытых, омытых в драгоценной крови. И вот здесь апостол Павел помогает нам. Боже, как я благодарен за эту главу, как я благодарен за этот стих. Он такую свободу в мою жизнь принес. Вы не поверите. Но в послании к Римлянам в 12 главе Павел пишет, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. О, если бы не это слово «если». Но это слово «если» просто снимает такую ношу с плеч. Но по сути, что говорит апостол Павел? Он говорит, если возможно с вашей стороны, ладьте со всеми. Если возможно с вашей стороны, живите подле, get along. Если возможно с вашей стороны, другими словами, исчерпайте себя полностью, истощите себя полностью. Может, это имел в виду Иисус Христос, когда сказал, если попросят тебя идти в одно поприще, иди с ним два. Истощите себя полностью. Есть для этого причина, и к этому мы перейдем буквально через несколько минут. Если возможно с вашей стороны, да, будут люди, которым угодить невозможно. Будут люди, с которыми ладить невозможно. Будут люди, с которыми договориться нереально.
Вот есть сварливые. Есть люди сварливые, есть семьи сварливые, есть род сварливый. Просто невозможно, невозможно найти точек соприкосновения. Невозможно найти общий знаменатель. Поэтому апостол Павел и помиловал нас, и прописал слово «если». Если возможно, будьте в мире со всеми людьми. Если возможно с вашей стороны ладить со всеми, сделайте это. Если надо промолчать, промолчи. Если надо воздержаться от чего-то, воздержись. Если надо простить, прости. Если надо забыть, забудь. Если надо уступить, уступи. Научись get along. Научись жить подле. Знаете почему? Потому что если мы не научимся жить подле братьев, мы никогда не научимся жить вместе с братьями в единстве. И дьявол это очень хорошо понимает. Если вы конспектируете, можете записать себе вознаграждение за искусство жить подле является благословение жить вместе в единстве. Я повторю это еще раз. Вознаграждение за искусство жить подле – это благословение жить вместе в единстве. И дьявол понимает. Вот почему иногда все вот эти сорняки, помните, Соломон пишет в книге «Песни, песни», он говорит, ловите лисиц, ловите нам лисенят, которые портят виноградники. А виноградники наши в цвете. Когда виноградники будут порыты, испорчены, исковерканы, в то время, когда они во цвете, глупо ожидать плода. И он говорит, это пророческая картина на церкви Иисуса Христа, негромко сказано, 21-го столетия. Вылавливайте лисенят, вот этих каких-то маленьких междоусобиц. А он на меня вот так посмотрел. А она на меня вот так глянула. А он мне это сказал. Павел говорит, будьте выше всего этого. Если возможно с вашей стороны to get along, если возможно с вашей стороны жить подле братьев, лучше умолиться. Ну, хочет человек считать себя выше, пусть считает. Хочет человек вести себя так, что ты ничтожество, ну, пусть ведет. Ты от этого не потеряешь. Наоборот, ты от этого только приобретешь. Потому что вознаграждение за искусство жить подле – это благословение, которое приходит туда, где люди живут в единстве. И мы не можем жить в единстве, если мы не научились жить подле. Я помогаю кому-то сейчас? Книга Притч, 6 глава. Книга Притч, 6 глава. Друзья, единство братьев в почтительности друг друга предупреждаете. Правильнее было бы, это я из русского цитирую, из английской Библии примерно так звучит. В почтительности друг друга опережайте. Будьте первым, кто окажет почтение. Будьте первым, кто уступит. Будьте первым, кто, если надо, промолчи. Будьте первым, если надо, кто останется при своем. Просто. И вот братолюбие, пребывающее братолюбие. В почтительности друг друга предупреждайте. Будьте снисходительны друг к другу. Это сегодня под мишенью дьявола. Потому что он знает, если он рассорил братьев, сестер в церкви, если он рассорил членов семьи, если он рассорил родителей с детьми, если он рассорил детей с родителями, о каком единстве может идти речь? И вы знаете, наши американские кафедры, славянские кафедры очень глупо другой раз звучат, потому что из них идет призыв к единству в то время, когда вот эти пустяковые вещи укоренились, и люди, ну нету у них в сердце места друг для друга.
мы не научились жить подле. И если мы не научились жить подле, мы просто как дурень думкой богатеет. Если мы не научились жить подле, мы просто обманываем сами себя, что когда-то благословение придет в нашу судьбу и в нашу жизнь. Благословение приходит там, где братья живут в единстве. А жить в подле – это первый шаг, если хотите. Это необходимое требование. Вы здесь или нет? Так вот, притч, я вам обещал, притч 6 глава, 16 стих. Послушайте внимательно. Вот 6, что ненавидит Господь. Боже мой! Как Бог любви, олицетворение любви может ненавидеть? Может. И даже не один раз. Соломон говорит, вот 6, что ненавидит. Он не просто, он мог бы смазать немножко какую-то такую форму. Вот 6, с чем Бог непримирим. Вот 6, с чем Бог не сильно согласен. Вот 6, что Богу не сильно нравится. Нет, Соломон прописывает это под вдохновением от Духа Святого так, как все есть. Вот 6, что ненавидит Господь. А потом добавил, даже 7, что мерзость в его очах. Итак, что же ненавидит Господь? Такой класс один на один. Что ненавидит Господь? One on one. Итак, во-первых, глаза гордые. Второе, язык лживый. Третье, руки, проливающие кровь невинную. Я должен что-то здесь еще объяснять, почему Бог ненавидит аборты? Надо или нет? Бог ненавидит, потому что это пролитие невинной крови. Сердце, кующее злые замыслы, ноги быстро бегущие к злодейству. Не просто бегущие, а быстро бегущие к злодейству. На перегонки. Есть люди, которые к злу бегут на перегонки. Дальше. Это сколько? Это уже 5, да? Глаза гордые номер 1, язык лживый номер 2, руки, проливающие кровь невинную номер 3, сердце, кующее злые замыслы 4, ноги, быстро бегущие на пролитие к злодейству, это 5, лжесвидетель, наговаривающий ложь, это 6. И 7. Что там написано? И сеющий раздор между братьями. Вот какие-то пустяки. Какие семена? Ну не так посмотрел, ну не подошел, ну руки не подал, ну не уступил. Боже, скандала-то! Дьявол стоит, руки потирает. Получилось. Я добился цели, потому что если они не могут get along, то о каком единстве может идти речь? Если они не могут уладить друг с другом в пустяковых вещах, зачем говорить о какой-то духовной материи? Глупо. Чему учит нас этот Миклов? К чему учит нас этот Шемей? Он говорит сегодня, церковь христианской веры, те из вас, которые в своих домах к нам присоединяетесь, исчерпайте себя, чтобы научиться подле. Найти общий язык с людьми, которые вместе на церковной скамейке сидят, с людьми, с которыми проживаете вместе, с людьми, с которыми учитесь вместе, с людьми, с которыми работаете вместе. Приобретайте навыки, и это определит качество вашей жизни.